Так, у нас первый сигнальчик. 34, 36. Так, промываем. Что? Я снимаю на камеру. Жена там спрашивает, говорит, что такое, что случилось. О, монетка сразу. Вон она лежит. Опа. Опа, опа, опа. Один цент. Литовский, 91. Рен, первая монетка сразу. Так, следующий сигнал. Вот здесь что-то. Опа, 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 опа. Пробочка. Пробочка пивная. Защипонка от банки отломанная. Так, вот здесь у нас красиво идет. Сейчас посмотрим. Вот так вот, аккуратненько. Не спеша. Вот это же такое дно. Твердое. Прокапывать надо. По-моему, монета была. По-моему, была монета, ребят. Я уже видел ее. Залетела она прямо внутрь. Точно, вот она. Опа, опять один центик. Литовский один центик алюминиевый. Вот здесь у нас красивый сигнальчик проходит. Ну, очень красивый. Вот так вот побольше возьмем. Все, есть. Есть что-то здесь. Так, на палочку сейчас положим. Это вот, кстати, вот сюда вот. Оп, на рыбацкую треногу. А, хорошо в этой болоте, это вообще супер. Смотрим. Что ж у нас так хорошо, красиво звенело. А, монетка, вот она. Монетка, 2 цента литовских. Уже пошли двойки. Так, поднимаемся понемножку. Так, ребята, вот выскочила очередная монета. Это у нас 10 литовских центов. Вижу, что там рыбаки плавают, рыбачки. В одном месте ковырял, ковырял. По-моему, сразу несколько сигналов. Как мне показалось, не один. Ну, вот монетка. Вот еще одна. Я сказал. Видно? Да, видно. Две монетки, смотри, сразу. В одном месте, слышишь, чтобы возле вытащу, и все равно сигнал идет. А. Центр, центр. Прикольно. Бросали люди, людишки. Че ты Сережу не снимаешь? Сережа молодец. Сережа, конечно, всегда молодец. Давай, ладно. Так, очередная монетка. Вот она, ребята. О, поднимаемся, поднимаемся. По чуть 20 центов. И чем крупнее номинал, чем выше, тем дальше от берега. Потому что, видно, уже тяжелее весит и дальше бросали. Так, очередной сигнальчик выкопали. Что-то должно быть. Ага, вот монетка. Опять 10 центов, наверное. Нет, ребята, 2 копейки. 2 копейки. 1982, по-моему. Советские 2 копеечки. Ну, хоть что-то уже разнообразие какое-то. Очередная монета, ребята. Вот что ж такое. Кучами тут монеты. Просто кучами. Двадцатка. Видите, она черная. Черная-черная. Под водой. Пальцами проводишь, смотрите. И все. И начинает блестеть. Порой покрывается какой-то чернотой подводной. Непонятной. Наверное, очередная монета будет. Так. Ох ты, блесна, ребята. Блесна и оторваны эти самые трезубцы, как они называются, крючки. Или сгнили, или оторвались, фиг его знает. Ну, факт, что блесна, ребят. Прикольно. Хоть что-то, разнообразие какое-то. Вот такой вот прекрасный осенний вечер. Сейчас будем подводить итог сегодняшнего копа. Ходили сегодня вот по этому месту. Исследовали. Так, ребят, уже темнеет, там будет хорошо видно, нехорошо. Мусор собрал, выкину обязательно в мусорку. Блесна, крючок вот такой вот попался, очень острый. Грузило на домку. И около где-то 40 монет, в основном все недавние ходячки. На сегодня все, друзья. Вы были на канале «В поиске кладов с Сережей».
Пока.